Иногда в жизни мы сталкиваемся с ситуациями, которые кажутся совершенно неуправляемыми. Я помню, как однажды оказался в такой ситуации, когда все вокруг рушилось. Но именно тогда я вспомнил слова Виктора Франкла: «Все, что мы можем контролировать, это наше отношение к происходящему». Это осознание стало для меня откровением. Я понял, что, меняя свое восприятие, я обретал внутреннюю силу. Вместо того, чтобы сдаваться, я начал искать возможности для роста. Каждый вызов стал для меня уроком, а каждая трудность – шансом стать сильнее. Важно помнить, что мы не можем изменить обстоятельства, но мы можем изменить себя. Это и есть ключ к настоящей свободе и внутреннему миру.